Что, всем привет. Да, сегодня будет Бутмен, да, сегодня черепах, не знаю, не будет. Для тех, кто ждал, завтра, я думаю, будут черепахи. Поэтому не обижайтесь, кто прям именно ждал черепах. Давайте сегодня, думаю, Бутмена поиграем. Я не буду его как бы дропать. Дропать я его не планировал ни в коем разе. Как планируем дотащить, так и будем тащить. Так. Конкретно область, естественно. Как обычно, все нужно ж подстроить. Без этого ж никуда. Вот так вот ставим. Чатик. Более-менее сюда подходит. И не будем тянуть. Вот так, хоп. Это Бутмен. Вторая часть. Поиграю-ка с лицушки. Так, ну чё, поехали. Так, родной, что ты у меня на поле начал? Чё я тебе сделал? Как звучит оно, господи, какая там нахер флешка вообще? Флешка какая-то и продукция. Это вообще рядом не стоит с этим божеством на Фомиком. Так, тут я ничего не буду брать. Короче. Давай, попадай. И анимация. Блин, естественно, задамажусь. Ой-ой-ой. Так, берем, сваливаем. Поехал, тоже палец. Еще бы.
чистый вообще. Кайф. Теперь балдеть буду. Теперь буду с полным удовольствием погружаться в игру. Так. Здоровчик, спасибо. Какой-то реки приехала. Ну как, она быстро приехала? Я заказал-то ее, говорят. Прошло мало времени. Та-та-та. Себя скан стикера Бэтмена? Ага. Где бы еще сканер взять? А ты мне репро сделаешь? Ладно, я шучу. А чё, вон эти стикеры Бутмина нет нормального. Его там как вообще сканить-то надо? Там же карик полностью надо класть. Как надо делать лучше? Я не в теме. Я это никогда не сканировал. Так. О. Вообще же, ага. Фак. Так, оказывается, здесь был, друг мой. Так. 600 DPI сканишь без обрезки. Подожди. Это его придется на работу за собой брать. Чтоб тебе его сканировать. Его там по центру, да, надо располагать-то? И пофигу, как. Вон эти стикеры есть, но я не откажусь от хорошего стикера. Окей. Ради тебя, ради VIP клиента сделаю стикер. Кстати, вот какая фишечка-то есть прикольная, о которой я не знал, а сейчас только сейчас о ней вспомнил. Завтра главное карточный забыть с собой на работу. Завтра тебя сканирую. Куда тебя присылать? На Яндекс Диск тебе оригинал тогда залью или куда там? На Яндекс Фото куда там лучше? На диск, наверное. Ну спишемся с тобой, я тебе в личку случок в контакт кину ссылку. Или на GBX там, короче, спишемся. Это не проблема. Та-та-та-та. Так. Сейчас, по-моему, тут эти типы будут закидывать. Оп. Оп. И сейчас еще, по-моему. Блин. Сказал же... Ой, что я сделал? Да, Наиль, все верно. Сливы пойдут лютые. Так, тихо. Аккуратненько. При скане там выбираешь сам сканируемую область, выставляешь область чуть больше картриджа и все. Да я не тороплюсь, как делаешь, так делаешь. Окей. Вообще опаска. Давай, Бутмен, ты можешь, родной. Так, жизни у меня мало, понятно. Жизнь у меня последняя осталась. Ой, вообще, вот это очень опасно сейчас было.
Ну, естественно, я упаду. Блин, зря я сейчас опять взял. Ой, не-не-не, не так я хотел. А как же черепахи первые? Завтра будут черепахи. Я хочу геймплей досмотреть. Хотя примерно, чтобы понимать. Вчера докуда шел? Вчера дошел до третьего босса, до последнего, там где двойник. Но его убить не смог, потому что затупил там. Долго тупил, короче. Порядка там часа, наверное, я там оставил. На этих канализациях еще я там долго потупливал, то есть не мог найти пиксель точно, как прыгнуть. Ну так, до четвертого не добрался, так скажем. Но примерно хотя бы теперь знаю то, что ну чё, куда там, как. То есть мне хотя бы геймплей примерно посмотреть, чтобы я запомнил. Потому что, блин, ну так вот чисто фёрстраном это смотреть. Нет, ну как, я хотя бы эту половину еще раз посмотрю, то есть хотя бы доходя до четвертого уровня и все, а дальше там я сам уже как бы. Мне хотя бы это. Я тебе, да, я помню. Ну карты там это не проблема. Я сегодня нашел вообще всю карту. Я нашел сайт с картами вообще там всеми. Ну, это тоже как бы дичь. То есть я примерно просто буду знать, где бомбы обезвреживать. Потому что я как нет, я знаю как бы так, типа, ну так, чтобы не подзабыть. Так. Свали. Так, по-моему, что-то сейчас будет. Ой-ой-ой-ой. Так, уходим. Ой-ой-ой. Огребаем. Так, аккуратно. Такая вот штучка есть. Так, ну и тут надо аккуратненько. Так, сюда. Сюда. Ой-ой-ой-ой. Ай! Зачем я прыгнул? Зачем? Господи. Ой, уже континью, что ли, слил. Капец. Блин. Давай, сдвигайся. Ух ты, так, аккуратно. Блин, да что ж такое? Так. Блин.
палец, просто в шоке. Фу, господи. Так, скроллинг. Может... Как классно на оригинале, а? Какой кайф. Тан-тан. Сейчас музончик будет там прикольный. Надо сходиться сейчас, когда зайдется он маленько. Так, сейчас чуваки здесь будут. Точнее, вот эти изменки. Та-т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 а
Блин. Так, тихо. Своих, естественно. Так, тихо, спокойно. Анимация какая, вообще лично могут так крутиться. Та-та-та-та. По-моему, еще сейчас. Да блин, свали, ай, ой-ой-ой-ой, сейчас начнется вот здесь, так. Естественно, дамажить-то ж меня надо. Васанцов, мы сделали игру, да? Там, конечно, вообще Presentation. Блин, свали, чувак. Не мешай. Он сейчас еще что-то будет. Ой-ой-ой.
Нифига себе, какие тут SFX классные на оригинале. Ой, мой бог, вообще, вот это кайф. Вот это кайф вообще. Охренеть. Не, походу не то оружие абсолютно. Не то оружие. Вообще не то. Все, все плохо. Так, сколько у меня? Одна жизнь. Да, начну я с босса, естественно. Блин, что-то я вообще... Нет, это не то. Надо сюда самый наводящий было. Я просто забыл уже про этих боссов, про всех. Ну, конечно, сливаться надо. Давай, убивай меня. Ну, вот так. Все. Тут надо все продумывать. Так, раз, два. Давай, три. Давай, кидай. Еще два раза. Господи, Господи Иисусе, какой же саунд, а? Просто божественный. Всю жизнь ценил оригинала. Вот теперь я понимаю то, что Crisis Force и все прочие будут звучать тоже гораздо лучше, чем я представляю. Ой, так, самый наводящий это у нас Б, по-моему, насколько мне известно. Раз, два, три. Вот так. Да, это вот эти. Так, уходим. Ха-ха, со мной Аляха забавно. А ты спаунилась, блин. Ну, естественно, да. Надо же наклепать меня было. Так, да. Естественно, будем как обезьяны прыгать. Эффективность у него, конечно, говняная вообще. Точно можно сказать. О! Давай, давай. Все очень плохо. А, нет. Повезло, что ли? Я в шоке. Ой, тут так все плохо. Да, блин. Еще не все, все еще не совсем плохо. Когда есть другой палец. Начинает накапливать. Мы ему не дадим. Все. Отлично. Ох-ох-ох-ох-ох.
сейчас начнется жара. Ай, блин! Прям на краешке был. Ну что ты будешь? Так, жизни сколько? Одна. Ой-ой-ой-ой-ой. Плохи дела. Блин, там явно уже конец был. Да что я делаю, господи? Тороплюсь, тороплюсь все куда-то. Торопиться здесь нельзя. Есть. Фу. Пытаюсь, пока не верю. Ох, 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 ох. Так, дайте мне. Блин! Взял, что необходимо.
что. Давайте не повышено нафиг. А еще я всю жизнь теперь могу с нее залипать. Там, 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 там. Так, тихо. По-моему, тут сама наводка нужна. Ой-ой-ой, тихо, тихо. Заранее знать, там свою бошку высунуть. Так. Так. Блин, не успеваю. Ну, кстати, мало. Блин, опять. О, ему тут вообще наклепать можно нормально. Только в путь. Ну да, здесь не нужна сама наводка, она слабее, вот это мощнее. Фу, я еще даже что-то помню, ужас. Вот это я дошел так быстро уже. Охренеть, сам себя в шоке. Я знал, что там будет дамажиться. Сразу уходим. Тихо. Тихо.
Да, блин. Самонаводка нужна по-любому. Так, сколько у меня последняя жизнь? Да, это долго будет. Нет, еще. Давай, когда ты там уже на второй слой ты пойдешь? Сейчас должен уже, по идее. Не, не сейчас. По-моему, когда 18 будет, что ли, я уже не помню. Ну, давай, 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 родимый. С двумя тысячами, конечно, я тебя не рассыплю. Блин, а эти не убиваются, да? Окей. Да, блин, свали, я тебя умоляю. Ой-ой-ой. Так. Как чувствовал? Там, да, здесь же в этом фишка. Ай-яй-яй. Да, подкат, подкат. Ну, насчет третьей части я не знаю. Но подкат, наверное, такой же. Блин. Ой, вообще прям на грани был. Просто на грани. Так. Так. Блин, чуть-чуть надо было нежнее нажимать. Так, последняя жизнь, я так понял, окей. Да, блин.
Сука, Сабонис завалил. Ну, бывает. Ну, там, да, капитане фарм какой-то дикий там. Так. Заходим сюда. Так, сюда. Давай. Сюда. Блин. Слишком это. Поздно я прыгнул. Так. Опять никому, кроме Пети, не интересно. Все как обычно. Да, там надо аккуратно. Так, идем дальше. Ну да, из всех остальных в последнее время. Просто все черепашу дали по-любому. Посмотрим, если я сейчас пройду, может я сейчас пострадаю, чтобы черепаха маленько. Да блин! Тупняк вообще голимый. Ща. Блин. Дамажили очень сильно. Просто я могу на этом уровне конкретно застоять. Я говорю, если бы у меня оружие было сам на лодке изначально, и я бы уже прошел. Бесконечный, да. Ой! Вот это я вообще молодец. Просто 10 из 10. Короче, понятно. Проще в яму сигануть и все, и не бояться. С нулевой жизнью идти просто сейчас на бестолку реально. Серьезно, просто упасть и все. Ну так просто проще будет. Фух. Да блин, ты прибаливай. Блин, нет, нет, не так. Слишком близко к шипу. Так. Ждем. Блин, рано слишком, слишком рано. Тихо, вообще не двигаемся. Третью часть Бэтмена я играл, но не проходил, потому что супер, это тоже. Ну да. Но это графически ее превосходит. То есть все части серии, вот эти вот, напрямиком, это самая графически такая. То есть самая крутая была. То есть, если ты представляешь в то время вообще,
японские дети там с ума сходили, у кого нам такая игра была в детстве, там, именно в их детстве, ой, это вообще усаться, наверное, было. Процентов. Блин, укатился я конкретно. Так, последний опять. Окей. Ждем. Б. Гасим пацанов. Ждем. Идем вперед, уходим, ждем. Сюда ждем. Блин. Он когда вот в него превращается, мне как-то сложнее ориентироваться. Сейчас все будет. Ждем. Так, понятно. Долго будешь мучиться, что ли, получится любое место, тактика, надо по-разному. Но я не спорю, я ж ее проходил уже на стриме. Ладно, с флешках ты же. Долго я тоже что-то там мыжился. Но я тактику, видишь, на последнего босса знал. Поиграй, конечно, она легкая. Я сначала. Я тебе говорю, я в нее долго не садился, когда флешка ты ж появился, я просто ее спускал, ты вовремя проходил чуть-чуть и все. Я даже не знал, какая она легкая, сложная, то есть вообще не в курсе был все темы. Потом, оказывается, она легкая, вообще пипец. По факту. Так, тихо. Ждем. На ночь глядя, никому стримы не нужны, все идут спать, потому что завтра на работу кому-то. Хотя мне на работу тоже как бы, при всем при этом я играю, потому что я хочу. Потому что завтра я в такой уже... Ой-ой-ой, что я делаю вообще, идиотина? Потому что завтра я в такой уже, к сожалению, не смогу поиграть. Только вечером опять. Завтра хоть никакие распаковки не надо снимать. Завтра можно сесть. Гутмана еще поиграть. Завтра, может, на воду возьму с собой. Просто у меня где-то дома есть экрана. Блин, я не хочу вести такой картридж на работу, серьезно. Ну да, ну а что понятно. Я тоже порой на ночь гадю что-нибудь посмотреть. Из этого уж никуда. Я вот если спать ложусь, я не смогу там в YouTube зайти, что-нибудь посмотреть. Ну такого просто не бывает. Я по-любому каких-нибудь коллег не смотрю. Ну как коллег. Просто таких же.
Блин, кнопка не сработала. Да что ты будешь делать? Что ж я здесь прям за тут прям застрял я на бедном от уровня. Ой, сколько ожиданий было, сколько я хотел его. Ой, вообще, прям даже страшно вспоминать. Просто страшно. Просто когда эту репро увидел, тогда волк. Господи, как я хочу такую же репро. Такой кайф вообще. Точнее, ну да, репо я хотел тогда. Даже не мог, даже не ожидал, что дойду до такого, что ты прилетишь. Вообще не ожидал. Хотел, потому что надо больше всего. Гимик тоже хочется. И такой вишелист некий, он закрывается вот этими играми. Но блин, жду святая, когда донах появится. Блин, ты понимаешь, просто не допрыгнул по-человечески. Ох ты, господи, ты помилуй. Ну да, я об этом. Тут все зависит реально от скилла очень сильно, не от джойстика. Ну как, от джойстика? Джойстик тоже влияет, как бы хороший. На оригинальный тут вообще как бы проблем не должно быть. Блин, тут прям очень надо нежно нажимать, очень прям вообще пипец как. Да ты запарила меня. У меня тоже есть в запасе вот этого фумикома еще две косточки, то есть одна шла с консолью, и две я заранее еще покупал. Вообще не планировал, что у меня будет авофимиком, и купил в итоге. Сейчас лежат вот, понимаю, что пускай будут, мало ли так, чё. Хоть я играю на одном постоянно, то есть как купил самый первый, когда косточку самый первый купил, я на нем играю постоянно, всегда. Как ты его открывал, смотрел, все отлично, ничего не стерлось, ничего не засралось вообще. Блин, очень близко я как-то, надо то ли ниже, что ли. Надо собраться вообще. Thank you.
Жесть. Какое место. Блин. Ой-ой-ой-ой. Ну и что вот. Фу, жесть вообще, просто жесть. Жарко, господи. Какая жарень. Я в шоке просто. О, господи, боже мой. Так. Я понял. Самонаводки — это все херня. Явно. Вообще дуто. Просто дамагами наносится вообще почти минимальный. Так, еще одна жизнь.
Бляха, муха. Ой. Я понял, короче, в принципе. Всю мульку. Надо выпилиться побыстрее. О. Давай, клепайте. Я шел с правильным оружием, походу. Потому что я понял, это у дамаг низкий. Там я его впервые, больше быстрее убил. Сейчас придется опять страдать. Выхода нет, братан. Блин. Ты понимаешь, братан, мне не надо сделать. Я просто мог. Так. Сто раз проиграешь, сто раз затащить начнешь. Да. Да, ты поскакал, ты Вася. Клепать мне хочешь? Зачем? Мне так и так без тебя наклепают. Ой-ой-ой. Отец, меня угорал, когда я в Excite Bike играл. Это было нечто вообще.
Блин, ну все, в принципе, понятно, чё как. Так, жизнь последняя, да? День же неплохо с клиентом твоим подвесили. Ты, конечно, но 2500 это вообще огонь в наше время. Фу. Ой. Ты понимаешь, вообще, я мог. Сейчас все будет. Тихо. Подкат, да, у него топовый. Сейчас можем. Блин.
Ха-ха! Вот и все. Вот и все. Тактика простая. Вот и пройден Бутмен. В 60 наконец-то. Пфф, на лицушке. Господи Иисусе, как же она кайфово смотрится, ужас. Зон, да, как же. Кадака может. Ну а как же Шестон Софт? Я вообще доволен, как слон, просто как слон. Как слон, дико доволен. Presented by Sunsoft. Так, мне надо зайти на главную. Ну чё, всё. На этом Бутмен закончен. Всем спасибо, кто посмотрит эту запись. Я старался, прошел на лицензии, все как положено, на оригинальном железе. Нашел тактику, прошел. Так что все будет круто. Пока.